Всем привет, друзья! Мы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! Дин, как наш канал называется? Бэйби. И сегодня где мы с тобой? Парк Зарядье. Новый парк в Москве открылся, очень красивый, со смотровой площадкой, с различными растениями. Сейчас мы пойдем смотреть, да, Дин? Да. Дэн, пойдем на парящий мост? Да. Погнали. Погнали. Где у нас он? Там. Пойдем, веди. Куда? Куда? На парящий мост пойдем. А что у нас впереди слева? Мама, ты знаешь? Медиа-центр. Это медиа-центр? А что там происходит? Тут медиа-центруется. Чего тут? Медиа-центруется. Медиа-центруется? Дорожка явно не доделана. Или так должно быть, типа эко? Дэн, камушки? Дэн, ты собрать все решил? Настя, смотри. Ребенок собирает камни. Что, Дэн, идем на парящий мост? Да. Он там впереди, да? Да. Давай посмотрим. Много, да, с нами людей? Да, идет? Очень много. Там фонтан. Давайте пока виды посмотрим. Слева, справа. Ты на Кремле, Миша? Да? Ну да. Вон Спасская башня. Ну ладно, мы сейчас наверх доберемся, посмотрим, что еще есть в этом парке. Мне кажется, больше ничего интересного, кроме смотровой, нет. Как ты думаешь, Дэн? Думаешь? Думаешь, есть? Или что? Есть. Есть? Ну посмотрим, что еще есть. Мы медленно поднимаемся, да, мам? К ключевому моменту. Конечно, вон она, штука-то. Как другой? То есть мы неправильно поднимаемся? Подстава. Ну туда тоже сходим. Ну что, Дэн, у нас с тобой кораблики за спиной и москварика. Там еще где-то самый первый. Еще у нас за спиной самая старая ТЭЦ Москвы. Вон градирни торчат. Небольшая вам экскурсия. Модный корабль плывут. Дэн, там ТЭЦ, корабли и клуб «Вермель» где-то в арке. Внизу прудик с квакушками. Видишь, там кушеньки плавают. И фонтанчик бьет, да? Красиво, Дин? Очень красиво. Давай мы тебя на фоне корабля еще заснимем. Смотри туда аккуратно. Пруд с квакушками? И кораблик плывет? Ну пойдем дальше? Пойдем. Нам еще до самого высокого места надо дойти. До большого киля. Его отсюда, кстати, видно. Настя, а что это за высотка? Высотка какая? Жилой дом, да? А вот перед нами еще одна из сталинских высоток. Это жилой дом. А снизу у нас марафон бегунов. И, собственно говоря, смотровая вышка, на которую мы сейчас направляемся. Пойдем на смотровую? Да. Ваши папе ручки. Может, не пойдем на этот мост? Смотрите, что там. Ку-ку, Дэн, куда мы стоим-то? В очереди. В очереди стоим. За колбасой? Шесть. Не, на смотровую, да? Так в очередь-то мы куда стоим с тобой, Дин? Часы прочитай. Денюш, куда в очередь стоим? За колбасой? На мост. На мост. Посмотрим, да, на Москву сверху. Посмотри на папу, Дин. На каком мы мосту? На этом. Пойдем смотреть, да? Дэн, там снизу марафон бежит. Бегуны? Уже ходуны. Уже ходуны, устали. Там уже километров 40 они пробежали, да, Дин? Ну ладно. Удачи им пожелай, Дин. Пожелаешь ходунам удачи-то, бегунам? Удачи вам. Удачи вам.
И в ручкой помаши, правильно. Пока-пока, ходуны-бегуны. День, кораблик плывет? А мы с тобой парим, понимаешь? По парящему мосту. Итак, друзья, мы дошли до самого ключевого места парка Зарядье. Денюш, это нос моста. Посмотри на меня. До носа моста дошли, да? Пойдем посмотрим на краешек. Прямо над водой будем стоять. Ну что, мы на носу, за нами за спиной корабль плывет. Мы прямо над водой? Вот так вот? Тебе не страшно? Давай посмотрим, что там за картина. Да, куда теперь пойдем? Наверх по ступенькам? Туда, да? Зачем? Вот туда. Куда поднимаешься, Дин? Вверх. Дэн, пойдем сейчас наверх к куполу, посмотрим. А потом в ледяную пещеру. Ну, пока тебе приятного аппетита, у нас перекус. Вот туда наверх пойдем. Ты уже устал, наверное, да? Пап тебя донесет. Пойдем, попробуем снять нас сверху. Да? Поднимаемся? Да. Ну вот, поднимаемся потихонечку. А мама нас догонит. А где там сзади ковыляет, да, Дэн? Ну вот, под самый купол идем, Дэн. Говорят, какие-то хулиганы уже лазили по нему, и он треснул. Смотришь? Ужас какой, да? Ступеньки-то будем считать? Да. Много ступенек здесь. Он как раз там дядя по куполу лазит. Я его тоже не видал вообще. Сейчас будем высоко-высоко, всех будем видеть. Интересно, друзья, вам видно сзади, что происходит у нас за спиной? Там где-то, да? Там. Вот туда. Мы в ледяную пещеру. Нет, это не ледяная пещера еще, да? Нет, нет. Ледяная пещера чуть позже. Это мы под самым куполом. Если вот так сделаем сейчас, над нами крыша. Смотри в камеру. Не крыша над нами. О! На самый верх поднялись. Класс? Так. Так. Давай посмотрим, что здесь. Вперед чуть-чуть, да? Мы идем. Мы идем. У нас с тобой купол над головой, мы на самом-самом верху, да? Давай, друзья, нашу ручку помашем. Эй! У нас купол над головой, помаши ручку. Эй-эй! Смотри, какая горка сзади, за нами, за спиной. Повернись, посмотри. Не, вон туда. Смотри. Здорово. Вот она. Давай, давай. Практические растения, видимо, посадили. Вон, видишь, цветочки, какого цвета цветы? Какого цвета цветочки вон где? Фиолетовые, Дэн. Ну что, пойдем в ледяную пещеру? Спускаемся, Дэн, в ледяную пещеру. Привет, ледяная пещера, жди нас. Мы идем. День, приближаемся к ледяной пещере. Сейчас будем заходить. Мороженое. Мороженое в ледяной пещере, замерзнешь так. Я не знаю, где вход. День, мы добрались до ледяной пещеры. Да. Добрались? Да. Где она? Покажи пальчиком, наверху надпись. Ледяная пещера. Видел? Ну ладно, я сам покажу. Вот она. Это что такое горит-то, день? Огонечки. Огонечки горят? Какого цвета-то? А пойдем, может, в пещере их много горит? Пойдем посмотрим. Может, много в пещере? Огоньки горят, да? Класс. Ты видишь? Какие-то редкие растения. Да. Хлорариум.
Флорариум, посещение, 2 часа буквально. Картины из будущего? А теперь повернись. Это не вода, Дэн, это экран. Это был экран. Ну вот так вот, да. Большой экран, на нем картинка меняется. Тебе кажется, что это настоящее. А это запись. Это не горы. Это большой экран всего лишь. Такая вот обманка. Классная лазилка? Да. Что это такое? Мягкие маты? Пойдет. А можешь поднять желтенькую? Можешь? Селенок, хватит? Кажется. Оп, оп, ну-ка давай. Ой, молодец. Вот так вот мы нашли игрушку для малышей. Мягкие такие кубики. Это единственное развлечение для детей в заряде. Денис нашел друга. Друзья, ну в общем вывод такой, что парк еще не работает в полную силу. Ледяная пещера закрыта. Можно посмотреть только смотровую с моста с высокого. И купол тоже еще не готов. Так что достаточно грустно. Приходите чуть позже. Друзья, с вами был канал Baby Go. Мы вели влог из парка Зарядье. Но впереди еще будут другие интересные влоги. Ставьте на пальчики вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Пока и поцелуй!